Окна смотрел? Вроде чисто. Бегает передо мной. Где? Слева, справа? Слева, по-моему. Прямо. Понятно было. На мосту? Послышь? Слева побежал, по-моему. По-моему. На старый ЮСЕК за КАМАЗом. Справа бежит за наливняк. Вид, под АГС-ку не открывайся. Да господи, вид. Живой? Забор, да, нормально. Один минус за наливником. Этот на ящике сидел, да? Этот у меня все еще на мосту бегает. Я прошел в синьку. В зеленку, где синий забор. Убил. Хорош. Бля, вижу на АГС-ке типа... Он за ящиком еще тип сидит. За каким? За КАМАЗом. Перед КАМАЗом, вернее. Где лутаемый ящик? Да-да-да. Ты живой? Я за наливником. Плохо очень мне. Убил меня. Я думал, ты знал про него. Нет. Я там убивал просто одного уже. Про второго я не знал. Фига тут МК 60-кой у типа, блин. Канистра. Вот автомобильный аккум, наверное, ведь надо брать, да? Просто как закон подлости, когда ты подойдешь к нему и потом не найдешь. Реально, потом это аккумулятор, я никогда в жизни его не найду. Я за 2 дня 2 свечи всего нашел. Я вот сейчас тоже свечу одну тащу. Я же тащу ее, нигде не выкинул там. А, или я в прошлом рейде... я в прошлом рейде ее вынес и построил. Все. Все, я линяю. Полные сумки добра просто. О, до свидания. Я линяю. Сейчас у тебя начнется общение с чатом. Как говорится, АСМР, бассейны. А есть у кого-нибудь от административки ключ? Ну, от этой красной херни. Офисов у меня есть. Да. 3. Спасибо. Да Лёня убрать, кстати. Ключик кинешь? Да. Крена! Ты старый кидал, скорее всего. Ты ключ кинул или нет? Да. Забыла. Вон кидается старый. Да-да-да. Вижу, там тень у него ходит. Он выход туда, к старой. Где балка. Бля, только, сука, оружие убрал. Я не вижу его. Сейчас я на голову ему спрыгну сейчас. Или не спрыгну. Он ящик или где? Убил.
Ой. Еще. Ляг, 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 придурок. Болтовка где-то. Там где снайпер где-то под поездами, скорее всего, лежит. Да, я справа уже пошел. Вижу. Идти. Три попадания в каску, чтобы он сдох. Ты убил его или нет? Да, 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 да. Что у меня за патроны, простите? 8.56.1, ну и какого худенького, хочу спросить. А, я 700-ку станчил. Нормально. Опа, РГО. О. Тестим? Я думаю оставить. Потом на ком-нибудь протестим. Опа, а тут уже проходили у зеленого забора. Бля, по мне! Где? Все, потушил его. Ага. Там синяя каска еще, не ты? Нет, 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 я Шалтын. Убил? Дал. Где там? Под понял. ЖД, под понял, понял. Блять. Он умирает, я не знаю, ему тоже дал. Ему он хватит. По мне стреляет, меня аимпанчит, у меня просто вот так вот камера ходит, блин, я не могу по нему попасть, блин. А, он с МПшки по мне стрелял. Но с МПшки-то можно зажимать, там вообще отдачи нету. Выглядит, да, прикольно. Надо на него обвесы хорошие. Что, он что-то забрал? Собираю второго, погоди. С первого пойду собирать. Броник 4 класса никто не хочет взять? Я он под трубами. Под трубу зайди, увидишь там. Помню сухпаёк. Нет, это не тот. Я сейчас хилься, Мэтт. Он справа, он справа. Чел в тёмке хилится. Чел хилится в тёмке. Он не в тёмке, он за контейнером сидит, убил меня. Тихо, понял. Ты налево перебежал? Нет. Он к лестнице перебежал. Тихо. Тип минус. Вот он в алтыне. Последнего добил. А сколько там времени осталось до конца? 8 минут. Надеюсь, на старый есть выход. Если нет, это проблема будет. Добираться. Все, я вышел. Фу. Сорок пять попаданий, блин, по этим ботам. Капец, кошмар. Решал, убила. По мне. Двоих убил. Это я. Вижу. Где еще? А, нет, к тебе прибегал один? Один, да. Одного убила. Здесь троих вижу. Все, один у Ани решал, да. Все. Где? С хорошими патронами-то попроще, блин.
всем же. Всем надо. Пострелял. Не мы. Убил? Это не регает, что ли, или что, я не пойму. Или я просто косой, блин. А нет, не косой вроде. Бота убил. Ты его убил? Да. Чевок? Да. Прохожу. Я полутаю, можете длину чисто так чуть-чуть давай посмотреть? Я чисто так. Одним глазком. Между вторым. Блин, столько шагов, не понимаю, где он. Не дохнет. Блин, это... Патроны говно. Убил. Убил? Угу. На третий поднимаюсь. Но он, наверное, все залутал. Бля! Тихо! Кто-то оружие скинул. Хавает кто-то. Я не слышу. Минус. Я же говорю, может, я не тебя слышал? Может, ты стоял, ты шоркался? Ну, я тоже крутился в тот момент просто как раз. Еще. Да-да. А, вот это кирпичная. Ну, если про нее идет речь. Вон оно, блять. Все будут стрелять. И внутри уже? Да. Понял. Я же никого не трогал. Да пусть стреляет, мне жалко, что ли. Я нашел, кстати, еще один ключ USEC от сейфа. Там со спины где-то. А себе? Где-то я на первом. Вот они, трупы. Юсеки. Угу. Ты уже в следующем этом? Да, я прошу. Ты прибежал. Да. А тут скар на земле валяется. Что ты не берешь? Я лутал уже. То есть я еще не дошел до него. Кто-то скар не взял. Хм? Значит, что-то круче было, раз он с патронами вместе выкинул. Бот ходит, не ты орешь? Я хожу, но не убил. Я ору. Пчелобот был. И, а, среди этих тоже, да, не ты бегаешь? Нет, я сижу лутаю. Машин. Все, убил, понял. Пчелобота и бота. А, вот поезд стоит. Этот бегает далеко. А вот кто залутал этих. Нашел чипа этого? Да. Ты бегаешь? Да. Я подошел к трупу где-то, ты, наверное, убивал. Да, я только что его убил. Полутаю, посмотри, что у него есть. У него ПТОС. Сумка, сумка, солен. Канистра. Серьезно, блин. АКМ, канистра. Если ты про маяк, то на маяке у всех с FPS проблема. В 5 минут он гудит, в 4 минуты уезжает. Ништяк. И упала нахер авторизация. У тебя упала шашка. Авторизация? Да. Он, да, он стоит приличным. Сейчас все будет стоить прилично, что нужно для квеста механика. Че, блин, еще один хламовник покупать? Нет, тут места. Ты че, один уже купил? Конечно, еще вчера. Ой, сиди, не выпендривайся. Короче. Аня.
туалет. Ань. Аня. Аня? Меня нет. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.